Друзья, всем привет, с вами канал Будда Гришна. Еще раз повторюсь, сегодня потрясла, конечно, новость о том, что не стало Валентина Юдашкина. И опубликованы последние фото и видео Валентины Юдашкина при жизни. Самое главное, вы знаете, отмечают, что те, кто видел его на дне рождения Никоса Сафронова, это было буквально за несколько дней, говорят о том, что он выглядел, наоборот, очень хорошо, он был весел, и казалось, что болезнь немного отступила, и, в общем-то говоря, ничто не предвещало беды. Знаете, я вспоминаю значит, рассказ о Жанне Фриске, я не помню уже, кто летел с ней в самолете, и вдруг она начала рассказывать очень в таком хорошем настроении о том, что она собирается записывать песню. Ты рассказывал, я не помню, кто-то тоже какой-то известный певец, что она собирается записывать песню, и все, прямо он говорит, настолько она жизнерадостная оказалась, что ну, что-то такое произошло, может быть, действительно вылечили, еще что-то, и через несколько дней ее не стало. Вот есть, наверное, такой какой-то феномен, что ли, что человеку становится немножко лучше, вот, и потом совсем, так сказать, он угасает. Тем не менее, на этих кадрах видно, что действительно он улыбается, значит, собственно говоря, чувствует себя нормально. За месяц до этого они ездили в Израиль. Тоже, в общем-то говоря, везде он улыбающийся, жизнерадостный. У него немного не работает рука, но тем не менее, не в таком виде он, как вот в «Заряде», когда был показ, и супруга его водила за руку, он очень плохо выглядел. Здесь нет, наоборот. Но вот, увы и ах, что называется, случилось то, что случилось. Это последние кадры, я напомню, прижизненные фото и видео Валентина Юдашкина. Друзья, пишите ваши комментарии. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Успехов, здоровья. Всем пока. До встречи.